Без соблюдения норм санпина и практически без одежды сотрудники сомнительного производства носят и перемешивают заготовки для сыра косички в одних шортах, прижимая к голому телу. Готовую продукцию складывают в палеты прямо на грязный пол. А почему без перчаток вы работаете? А? Без перчаток почему работаете? На вопросы о санитарных книжках не отвечают. Вероятно, о правилах производства на частной сыроварне в селе Разнежье Воротынского района и слыхом не слыхивали. Сейчас сомнительная сыроварня закрыта и опечатана на время проверки Роспотребнадзора. Мы обнаружили грубое нарушение санитарного законодательства, в связи с чем опечатали оборудование, арестовали сыр и оставили его на хранение, на ответственном хранении в холодильнике. Все это опечатано. А сколько там сыра? Около 500 килограмм. За время работы сомнительного предприятия здесь появилось настоящее зловонное озеро. Именно сюда сливали отходы от производства. Находиться здесь и попросту дышать невозможно. Не выживают на берегах зловонного озера даже растения. Соседству с хранилищем отходов сыроварения не рады и люди. Там бодяг какой-то делают. Без соблюдения правил. Значит, все брожение и микробы, все это все равно и поверхностным путем будет передаваться. Нехорошее производство. И там ванизм небольшой, нехороший. Экологический чистый зон теряется. Мы не можем узнать о предприятии, если оно не подало уведомление в Роспотребнадзор. И поэтому, так как я сказала, обращение не поступало, оснований для организации проведения проверки не было. И мы не знали о существовании данного предприятия. Сейчас пробы сырного продукта отправлены в лабораторию. Проверяются также смывы с объектов внешней среды, изучаются накладные на товар. Примерно через 20 дней станет известно, куда недобросовестные производители поставляли товар и насколько он опасен для потребителей. Будет определена и ответственность частного предпринимателя. В зависимости от степени вины дельцу грозит от крупного штрафа до тюремного заключения. Из Воротынского района Екатерина Васильева, Виталий Кудрявцев. Время новостей.